Всем привет! Сегодня распаковка на мужской кошелек для кредитных карточек и, возможно для мелочи какой-то. Получил посылку на AliExpress. Она упакована вот в такую пупырку. Это чувствуется. Сама посылка небольшая. Стоимость данного мужского кошелька стоит 4,74 доллара. Сейчас у них еще распродажа на 9 дней вперед с момента публикации этого ролика. Ну что ж, давайте посмотрим, что же внутри. Так, вот сейчас все это разрежу и посмотрим. Так. Внутри сам кошелек, больше продавец ничего не положил, никаких приятных плюшек, мелочи. Вот так он упакован. Ну, упаковка в принципе неплохая. Сам кошелек уже видно, что он небольшой. Давайте посмотрим. Качество. Так, не хочет. Итак, здесь ничего нету. Бумагу используют для защиты, так сказать. Вот видим кошелек. Китайцы пишут, что это кожа, но по ощущениям это явно не кожа, это какой-то материал искусственный. Вот здесь обычная тряпка. Ну, давайте откроем его. Или кожзам, заменитель какой-то, или что-то еще. Как мы видим, очень много отделов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Такая. Так. 10 делов. Очень много. Ну и что сюда поместится? Давайте посмотрим. Ну, вместо кредитной карточки использовать. Не реклама, но все-таки. Влазит оно или нет? Да, отлично. Отлично влазит. Как раз для этого и брал, чтобы было удобно. То есть хранить и визитки, кредитные карточки. Ну, а как обстоят дела с деньгами, давайте посмотрим. Вот, возьмем такую, как обычные украинские деньги. И явно они поместится только так. Так, и что? Ну вот так, если пополам складывать, то не помещаются. Давайте сравним с предыдущим уже полноценным кошельком по размерах с AliExpress. Я также снимал распаковку, ссылка есть в описании к видео. Вот, мы видим, насколько этот побольше. Толщину в принципе одинаково, но вот все-таки побольше. Если сравнить это все в сантиметрах, то этот кошелек будет 11 сантиметров. 11 на 8, а вот уже вот этот корейский 12,5 на 9,5. Что, ссылочку оставлю я в описании к видео, если кому необходимы такие небольшие держатели для визиток, кредитных карт. Ну, как видите, деньги также можно здесь хранить вот таким способом и вот таким.
молния работает хорошо. То есть можете заказывать. Сейчас еще скидка на этот кошелек. Благодарю вас за то, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх, если нравится видео. Пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока.